А накануне в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыла делегация ветеранов-пограничников из Ярославля. Первым делом они возложили цветы к памятнику защитникам Отечества героям-пограничникам, который был открыт в парке Победы Черкесска 28 мая в честь столетия пограничной службы России. Теперь гостей ожидает насыщенная программа. За 6 дней своего пребывания в Карачаево-Черкесии они должны посетить все погранзаставы республики, где выступят с концертами и познакомятся с теми, кто сейчас несет службу по охране рубежей России. Последним пунктом их маршрута станет всесезонный курорт Архыз, откуда ярославские ветераны-пограничники, набравшись впечатлений, отправятся домой. Подарки, сувениры, медали ветеранские привезли с собой. Все это будем по заставам ездить, делать концерты, вручать. Ну, будем, сказать, стараться общаться, поднять настроение, наш позитив передать местным пограничникам. Для меня, например, пограничные заставы я никогда не был. Вот. Но посмотреть, что такое, это интересно. А я думаю, конечно, сейчас обменяемся уже телефонами, есть уже адресами, электронной почтой. Сейчас начнем взаимодействовать, разговаривать, общаться, найдем общие точки соприкосновения, поймем, чем можем помочь друг другу, и я думаю, все это срастется.